Всем здорово, подписчики, кто смотрит запись этой трансляции. И вас, как всегда, приветствую, очень рад вас видеть. Стрим начинается. Пока что стрим никто не видит, кроме вас. Вы уже смотрите эту запись. А они ничего не видят. Вы самые крутые, они все броки, лохи, вы крутые, есть. Извините. Горгулья из жопы вылезла. Привет, чат, приветствую. Песню будем слушать? Вот для тех, кто только зашел. Песню включаем или нет? Да, ну давайте, мне вот это вот последнее время, я под нее очень сильно вайблю. Давайте послушаем этот саундтрек. Ладно, привет. Привет, чат. Привет. Так, это уберем. Я за мест Виталия, видите, решаю, как дела. Привет, чат. Как вы? Как вы? Как у вас дела? Какие у вас дела? Да-да-да, скажи мне, брат. Какие у вас дела? Я не знаю, какие у вас дела. Признайся мне, брат. Хочу знать, какие дела. Какие твои дела? Может, жена твоя родила? Мэбэ, мэбэ, кек, лол. Самый модный стиль. Е-е. 16 зрителей домой на этот хайп залетели нахуй. Свички, делаем элиту, делаем этот свэк. Пока они смотрят, мы делаем эти цифры. 16 онлайн, они скажут, я скатился, я скажу большие цифры. Нахуй, ёпта, нахуй. Запрыгиваем в хайповоз, мужички, налетаем, пока горячие пирожки. Налетаем, пока не продали все. Залетаем последние, куда? В последний вагон залетаем. Картошечка. С картошечкой, с виноградом, яблоки. Какие пироги будем? Какие будем? Супчик, вермишелька, домашняя. Бабушка готовила. Какие будем? Раки, горячие. Горячие раки, кукуруза. Бля, запотел. Не проходим мимо, не толпимся, кукурузку, кто будет горячий, початок, 15 рублей, початок. Я буду. Я представляю, когда весь чат пишет, я представляю там вот это. Я буду, да, выбери меня, я буду это есть. А, пирог с фигой. Оу, мне так нравится кость. Несмотря на лютые проебы, ты все равно показываешь людям свой позитивный настрой. Я не знаю, будет, наверное, чересчур странно звучать, но хочу искренне сказать, что я горжусь тобой. Ты реально пиздец, какой сильный тип. Настолько фиговый. Спасибо. СПАСИБО. Позитивный настрой через 15 минут закончится. Сейчас выдаем всю энергию, всю силу выдаем, потому что через 15... 10. Ты 15, блядь, загнул нахуй, ёпты. Пятнарик, какой пятнарик? Чирибарик, чирик, минутс and over настроение. Чирик, минутс, гейм овер. Ёпты, блядь, нахуй, ёпты. А в какие игрухи дальше будем? Ни в какие. Пока что. Может, какие. Пока не придумал. Ты моя сенсей. Ой, ёж. Так сегодня минус 5 кака, завтра сколько? Завтра столько же. У меня зато все стабильно. Они жалуются. У меня нестабильный заработок. У меня зато стабильно. Ноль. Футболка в честь жвачки. Не Дирол, а Димон. Это Димон. А где Франция? А я что говорил, что буду в Франции, блядь, сегодня, нахуй? Или что? Где, блядь, Эйфелевы башни? Базара такого не было. Костя, подари шапку. Ну да. Ну конечно. Я лучше всем все подарю, а я останусь с голой жопой. Зато мне скажут спасибо, Костя,
ты очень добр. Во Францию сходка какая-то, какая-то сходка. Ты очень бобр. Костя, выеби меня. Бля, дай бог, чтобы нахуй не пацан писал 15-летний. Хотя бы, блядь. Ребят, пидорство нахуй. На моем стриме не потерплю. Ни в каких проявлениях. Курнул или выпил сегодня что-то? Конечно, когда молчу, я, значит, расстроен. Когда веселюсь, я, значит, что-то выпил. А ты тогда, если этот комментарий написал, тогда ты нищета. Что, попался? Захар сегодня завтра или завтра сегодня? Виталий еще до сих пор не приехал. Да, Виталий не приехал. Почему Виталий не приехал? Почему Виталий не приехал? А вот этот голос я забыл уже. А вот этот голос я забыл. Старый свек. Давно не было вот этого голосочка. Давно-давно, да? Помните, ребята, я так раньше говорил. Это глазок, я тоже модифицировал. Ух, ебать, ну тут голосовые связки идут нахуй. Бля, вот этот звук можете вырезать, те, кто музыку записывает. Подставить, типа, ты, вот смотрите, типа, ты записываешь тело рэпера, такой, типа, скетч. Записываешь рэпера, вот так, типа, ты записываешь, и потом камера на рэпера, и вот этот звук. Голосочек, что за меня связки устали. Ну вот только предыдущий, этот не тот, потому что этот не тот уже, предыдущий был от души, это повторение, не то. Все, поняли. Так, не ебите меня, пожалуйста, голову, у меня и так все пойдет по бороде. Здорово, Костя, у меня не сегодня, признаюсь. Я вам признаюсь, пулсом текла, да в рот не попала, ого. Так, в теле... А, ебать, про телескоп. Короче, мы съездили, телескоп стоит, бля, сейчас я чтобы не спиздеть, скажу нахуй. Сейчас. Ух, ебать. Короче, приехали смотреть телескоп. Не купили телескоп, подумали, в ТЦ будет телескоп. Телескопа в ТЦ не было, случайно все деньги потратила. На телескоп не хватило. Телескоп стоит 737 тысяч рублей, блядь. Но видно, блядь, Юпитер, другие планеты, всю хуйню будет видно. Сейчас я скажу, все-таки похуй берем. Бля, 737 тысяч. Там, бля, там бандура нахуй, ну, там пиздец, там вот, ну, вот такая хуйня, просто, бля, настроил, какие-то пульты, блядь, туда камеру можно вставить, какие-то еще компьютеры подключить, вообще пизда. Если мы не увидим Юпитер через этот телескоп, это будет фиаско, да, будет пиздец. Короче, какой спич, почему телескоп я решил? Вчера, короче, вот так вот мы сидим, вот так я сижу, смотрю, и у меня а где это, блядь, луна там. Где эта луна? Короче, сижу вот так, и мне прям въебало светит луна. Она так светит, как будто солнце. А вы видели луну? Луна не светящаяся, она, блядь, не солнце. Там серое все и темное. От нее прям, блядь, сука, как фонарь. Я вам, блядь, буду, нахуй, голограмма, блядь. Не верю я, пока глазами не увижу всю эту бадью нахер. Не верю. Голограмма, блядь, вот. Отражение от солнца, ебать, бля, ну хули, пусть отражает, вот, бля, отражатель. А схуяли оно как солнце светит, блядь? Там чё, зеркало вот такое отражающее держит кто-то? С чего это? Объясните. Бля, я вчера реально задумался. Я смотрю, а у меня аж, бля, меня слепит от света. Какого хуя? Я не пизжу. Я не верю, блядь. Похоже на голограмму, ёпта. И из-за этого я решил... Бля, Я вчера уже и гуглил в космос, сколько полететь стоит. Я вчера уже видос, короче, чел летал. Я уже все изучил. Я нахуй все вопросы изучил. Сейчас. Я вам нахер сейчас все покажу. Я все вопросы изучил. Так, сейчас, подождите. Чик-чик-чик. О, чик-чик. Нет, это другое. Ребята, извините, это другое. Вот это то. В общем, давайте я сразу.
открою, чтобы не голословным быть. Есть компании. И, во-первых, есть два типа полета. Первый — это арбитральный, который до орбиты долетает. И, короче, ты в космосе находишься 4 минуты где-то. Стоит это примерно 500 000 баксов. 50 миллионов это стоит. Примерно. Потому что нигде, блядь, ни точных цен нахуй нету. И чтобы полететь, нужно подавать заявку. Ты подаешь заявку, потом тебя проверяют здоровье, ты что-то еще договариваешь, не договариваешься, ты проходишь вот эту подготовку, всю вот эту вот тему, ну там 2 дня написано подготовка, такая небольшая, вот. Я сейчас покажу именно вот той компании, которой я и смотрел полет. И обещали, блядь, в 2000... Сейчас какой год? Сейчас какой? 24. В 2024 обещали, что полетят... НАСА, по-моему, это обещало. Обещали, что будет полет вокруг Луны и назад, и на базу. То есть Луну всю обугает. Обплывает и на базу. И вокруг Земли тоже будет. Там, по-моему, такой круиз на неделю. Вокруг Луны и вокруг Земли. Зимы. Блять, Земли. Но перенесли на 2025 год почему-то. Перевезли на 2025 год. И будет, вроде как есть тема, что ты можешь заплатить 50 миллионов долларов и полететь на МКС. Ты будешь и плюс 2 опытных космонавта, и плюс ты. И можно долететь до МКС, высадиться на МКС, там полазить и обратно. Походу, вот такой вопрос есть. Но это пока инфа, которую я владею. Я не пишу вот именно сейчас, что говорил, то, вот. У меня все уже, бля, про космос, нахуй. Вот. Короче, это блогер, который полетел в космос. Ну, тут пиздежа достаточно. Мы, конечно, перемотаем. Вот это он там, бэткотовка, блядь. Все дела. Заходим на мясо сразу. Вот такое место стоит 500 тысяч долларов. Слетать до Луны очень дорого, даже по меркам космической индустрии, поэтому из всех стран только американцы долетели до Луны, и то много лет назад, и после этого никто не летал. Хуй. Я честно, пока я сам, блядь, глазами не увижу, что это нахуй существует, я не верю. Мне кажется, что никто нахуй не летал. Мне кажется, что еще до сих пор никто не летал. У нас, блядь, море нахуй не изучено. Какое-то, вот, перед нами, блядь, понимаете? Море не изучено. Какой космос, блядь? Мне кажется, что на Луну нихуя не было еще, никаких контактов. Я пиздец хочу, ебал, все в рот, блядь, как я хочу, нахуй. Как только варик, наверное, будет какой-то на Марс, я походу в деле. Я даже честно скажу, вот это хуйня, потому что ты в невесомости, но я, блядь, даже на это я, блядь, готов. Как будто, но есть один вопрос, есть одна хуйня, в шапке не пустят, я не знаю, что мне делать. Я бы уже как будто и начал разговоры, писал бы уже и компании, там, заявку оставил, но, блядь, в шапке не пустят. И вот у меня вот такое, нахуй, вот такое у меня дилемма. И, походу, только после грива как это растет. Так, все, смотрим. Да, мне кажется, если я сейчас скажу, пацаны, мужики, лечу в скафандре в космос, нахуй. Мне кажется, пацаны мне, ну, 500 000 выделят, просто, ну, скажут, да, конечно, на. Я с Lucky Jet'ом. Lucky Jet в Луне реально обманывать ракетку буду. Не, ну я бы дохуя бабок взял, если бы... Потому что, блядь, решиться на такую хуйню, то вы понимаете, что что-то не так пойдет, все, труп. А если в космос чуть дальше улетит эта хуйня, тоже труп. Там тебя никто не достанет. Вообще неизведанная хуйня. Дырище, блядь, просто дыра, нахуй. Не, я... Если будет варик, извините, но это будет дохуя стоить. Я просто так, бля, ну у меня мама нахуй. И вся семья мне это как еще, они переживут. А вам чат, извините, чат, вам интересно, а то я что-то распизделся, просто мне пиздец эта хуйня, мне это ебурит. Да? Ну давайте тогда давайте посмотрим. Короче, вот это блогер, который летал в космос, вот он там, ну подготовку, что мы будем смотреть. Давайте вот самое горючку. Вот они вот так вот лежат в этой... дребеленьки.
Вайб ебанутый, мне кажется. Обосраться, обдристаться. На нахер. Не, Казик еще не был. Просто запизделся, рассказал, почему я телескоп решил покупать. Бля, просто представьте, в жопе нахуй, какое круглое, когда взлетает вот так. Просто вертикально. Будет, будет, Казик, сейчас. Вот я и стрёмно против батискафа, но это, когда батискаф, вот эта тема была вся стрёмно из-за этого, но это другая, ну это серьезная компания. Давай, блядь. Вот. Отцепление. Смотрите. Эту хуйню вживую представьте просто. Просто, блядь, представьте нахуй. Вживую, блядь. Не на видео, блядь. Вживую, ёпта. Вот эту хуйню увидеть. Вживую, блядь, я бы просто одурел нахуй. Вы понимаете, как это на расширение вообще, как будто сознание даже влияет. А вы вообще понимаете, какая вот это все, блядь, земля и все, что внутри, нахуй, происходит, какая-то бухашка, что там, блядь, дальше вообще, что? По-любому же, ну, вы верите, что жизнь какая-то есть за пределами нашей планеты? Ну, по-любому, блядь, где-то должны, блядь, были молекулы, нахуй, развиться, ну, по-любому, ну, ебать, если мы эту хуйню даже изучить не можем, настолько это огромная, блядь, штука, что у нас не хватает технологий просто до Луны добраться. Просто вот интересно, пиздец. Ну вот, ну бля, пиздец, вот это вживую увидеть плоскую землю и сказать, ёпта, я знал нахуй, что земля плоская. И никто не поверит все равно. Блядь, чат, это пизда. Но я честно, я бы, я, вот это кайф, но я, ну, мне надо, мне именно надо облететь и Луну вокруг, потому что я считаю, что все-таки голограмма. Живем мы в куполе. Я думаю, мы в куполе. Потому что, блядь, сука, что-то она вчера хуярила как-то не по-нормальному. Купол, походу. И я пока вот вокруг не облечу, не могу сказать, что все-таки она круглая. Но много компаний сейчас, ну, уже давно разрабатывают про космический туризм и там всякую вот такую штуку. Я как понял, типа, не только эта компания, не только SpaceX, а, ну, типа, все компании думают о разработке такой, чтобы можно было, ну, без заебов, грубо говоря, куда-то, что-то понюхать там этого космического. Но я видел, как Falcon 9, по-моему, вот эти ракеты. Вы смотрели? И просто я, короче, пиздец с космосом. Ну, мне вот я люблю смотреть, меня прям затягивает туда. Видели, как Falcon 9 приземляется? Он прям ровно нахуй. Вылетает, блядь, вокруг дохуя пролетает. И прям вот ровно, я не знаю, как палка, блядь. Просто вот ровно в цель встает. Ну, еще и как взрывались, тоже мы Falcon видели.
Но он нормально сел тоже, но там прям вот ровно. Ну вот самое стрёмное это приземление. Ты думаешь, ёбаный хуй. Но я могу вам так сказать, кое-что не прям в ближайшее, но в скором времени, в этом году точно, кое-что связанное с космосом будет. Я просто не хочу говорить, чтобы не спиздили идею. Вот, кое-что космическое будет в этом году. Просто прикинь, что у нас под водой, если там мы не знаем, что это вообще такие букашки ползают, которые мы не видели, пиздя. Да базар, да. Я вот я просто говорю, что даже нахуй реку, море еще не изучили. Океаны. Бам. Минус спина нахуй. Смотрите эмоции. Все плачут просто. Я бы вышел сразу, бля. Поц, видел, 3 июня парад планет будет. Что? Май, июнь? В следующем месяце будет парад планет? Ёбнись, ёпта. Блядь, ну, тогда, короче, надо брать нахуй телескопчик. Я запущу, если, я пытаюсь найти телескоп такой, чтобы я мог либо на комп передать, либо на телефон снимать так, чтобы прям видно было. И я вот такой хочу стремиться, ебать. Мне кажется, ну я не знаю, не всем, наверное, будет интересно, но мне кажется, что некоторым будет прикольно, ну, посмотреть всю эту движуху. А еще если парад планет... Напоминайте мне каждые 10 дней, что парад планет какого-то там числа надо, типа, делать. Если вы хотите, пишите это в комментах, просто заспамьте меня этим, если хотите. Ну, мне напомнить надо. Короче, ну вот такое видео. Вы смотрите прикол у него. YouTube. А, вы не видите? YouTube прям написал. Congratulations, переводим. Поздравляем Коби с этим классным путешествием. Чувак идеал всего создавал. Не от мира сего контента, это просто доказательство. YouTube сами. Видос набрал 38 миллионов подписчиков. И, ой, 38. Ну, у него, блядь, 60 лямов, нахуй. Самый популярный. Кто это вообще? Я сейчас не знаю, кто это. Сальто бутылки воды. Охуенно. Ну вот, короче. Помечтали, нахуй, и хватит. Но вайб был какой-то, согласитесь. А, будем стрим с Даном инопланетянами. Космос, Сенсейшн, Боско, Упери. Не знаю, мне, честно скажу, мне очень нравится вот вся эта космическая разбалдавка. Ой! Так, я подготовился. Mountain Dew у нас здесь на этом. Я пизда пить хочу, но я не буду открывать, пока не будет повода. Французский включай. Ну давайте. Раз вы просите. Эй! Ой, блядь. Вылетело. Спасибо. Сделал потише, чат. Будь. Буду. Я буду. Ты будешь. Да, я это, реально пойду поотдыхаю. Ну, настроение так. Не хочу вот на этом. Хочу люди, чтобы веселились, а. Но я не могу вот сейчас выжить из себя, и как лимон выжатый от этих проигрышей каждый день. Не могу ничего сделать, простите, чат. Доброй ночи вам. Простите, что в конце стрима чуть задизморалился. Вам желаю всего хорошего, чтобы у вас все было хорошо. Если вы на работе работаете, то вас бы чтобы повысили. Если вы сдаете экзамены, чтобы сдали. Добрых снов. Приятного ужина, если кто-то будет кушать. Ну и, в общем, всего вам хорошего. До встречи завтра.